Приветствую всех, меня зовут Расул Магомедов, я профессиональный боец, представляющий клуб Universal Fighters. Каждый бой для меня очень важен, и к подготовке к каждому бою я отношусь очень серьезно. Но этот бой для меня важен вдвойне, потому что здесь я дерусь за пояс лиги UFL. Моя цель – забрать этот титул, оставить свое имя в истории UFL как первого чемпиона полусреднем весе. Я стараюсь улучшить все аспекты, и стойку, и борьбу, но больше времени я уделяю физической подготовке. Выносливость для меня она самая важная в бою. Я люблю быть готов ко всему, что мне предложит соперник. У меня нет цели закончить это в первом раунде, потому что я чувствую себя увереннее, когда бой проходит все дальше и дальше. Победа в этом бою больше повлияет на мою мотивацию. У меня будет больше мотивации, буду больше усердно работать над собой, потому что я буду знать, что я чемпион, что у меня получается в этом деле и что нельзя останавливаться. Значит, надо идти до конца.